Итак, дамы и господа, в Antutu я уже не верю. Производитель делает уже тесты без меня и хорошо. А я хочу просто показать, как аппарат будет играть в играх. У меня Аскал, версия PAT 18. Это 11-дюймовый экран. Погнали. Начнем с того, что в кавычках попроще, хотя игра на самом деле навороченная. Это у нас Асфальт 9. Который раньше я не мог полюбить, потому что я думал, что им обязательно управлять, просто вот нажимая края экрана, а когда я переключился, спасибо людям, узнал, что можно рулить вот так, и тогда мне понравилось. Потому что до этого было просто как бы как три пункта, то есть три линии на дорожке, как у трамвая, трое путей, и я должен был просто выбирать, какой из путей будет играться. Я узнал, что можно рулить нормально, и поэтому я теперь уже игру, ну, практически полюбил. Ну, то есть она теперь меня не вызывает такого бешенства, как раньше, и я ее, можно сказать, все-таки теперь уважаю. Давайте-ка я комп выключу, что-то я забыл. Ну что, лезем в настроечки. Так. Он не может от меня отстать просто так. Да. Настройки игры. Звук и дисплей. Высокое качество. Думаю, все видят. Соответственно, мы... Так, как мы там выходим? А, вот домик есть. Домой. Нажимаем играть. Ну, допустим, это. И погнали. Сразу говорю, сегодня постараюсь тестить по-быстрому. И поэтому буду показывать так по-малому. Играть на бэхе. Экран большой у данного планшета, поэтому камера висит в воздухе. Ну, я надеюсь, я в экран буду попадать. О, видите, да, некоторые такие подтормаживания были. Видимо, пока он прогружался, все-таки ему тяжело. Надеюсь, теперь он все прогрузил, и мы поедем. Так, и... Удержался. Выбил. Выбил. Нет, не выбил. 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 Так, ускорение кончилось, значит, его сейчас я не выбью. Да, только с ускорением можно выбивать машины с трассы. Ну, вы видите, что управление... Ой, не очень. Видимо, гироскопа все-таки в планшете нету. Но, в принципе, допустимое. Ой-ой-ой-ой-ой, только не вылети с трассы. Так. В итоге съехал просто с дорожки. На тебе. На тебе. Всех размесил. И уехал куда-то не туда. Давай, ё! Тормозом его удержал. Второго не сбил. Да что ж такое-то, а? Господа. Нет, играется-то в принципе хорошо. Но я что-то творю непонятное. Выбил. И в угол вошел с разгона. Все. Превратился во что-то непонятное. На самом финише. Ты видишь дивизию. Ну, вы видели. Подгружаться ему, конечно, вначале тяжеловато. Но дальше, когда он все подгрузил, он играет очень даже хорошо. С асфальтом, думаю, завязываем. Выкидываем. Ну, что теперь запустим? Ну, давайте, давайте, давайте. Кто быстрее? Быстрее Call of Duty. Монтировать я, скорее всего, не буду. Ну, в смысле, как? Вырезать. Монтировать-то буду, заставку пришью. Но вырезать я вряд ли что-то буду. Хочу показать вам, с какой скоростью тут все загружается. Если, конечно, какая-то из программ не скажет, что у нее появилось обновление, давайте мы его загрузим. Потому что это у нас как бы не считается. Все остальное будет хорошо. Надеюсь. Тут не трогаю, тут все должно быть автоматически.
Какую пушенцию нам дали? Но это на самом деле мне все неинтересно. Лезем сразу в игру. Настроечки. Звукоизображение. Средневысокое. Ну, дальше тоже покажу, что я тут понакласкал. Идем в игру и смотрим, что у нас получится. Актуальное, говорю. Давайте так. Карту не будем грузить? Если не будем, то погнали. Нажмите для продолжения. Начать. Ну, вроде не грузим. Вроде хорошо. Пинг 43 миллисекунды. Спасибо, что они сами это включили. Слушайте, хорошо, мне нравится. Ух ты ж, ты тут? Да, куда-то я не глядя стреляю, грубо говоря. В голову. Ой, это свои. Извините. Так, а по мне сзади. Не смог. Ну, а, короче, мне менять-то нечего, считай. Ну и ладно. Кстати, стереозвук. Аж 4 динамика. То есть играть должно быть круто, мужики. Если кто берет планшет не только для работы, но иногда поигрывать. 4 динамика, по-моему, это бонус. Ой. Да на тебе, на. Я не знаю, почему ты меня не убил. Тоже косонера, как и я. Ну, не взорвется? Не взорвался. Ну, я получил лоб. Короче, увидели. Играется круто. Валим из игры, едем. Слышу, валим, я сказал. Из игры и едем дальше. Следующий будем смотреть простой PUBG. Опять же, поиграю чуть-чуть. Кому-то, может быть, испорчу матч тем, что я продолжать играть не буду, но... Ой. Но хочу поиграть. Немножко. Ой, меня ждут. Слышь, я сказал все. Ой-ё. Эту игру я что, не прогружал? Ну вот, дождались паузы. Так, ребятки, почему-то у нас абракадабра на экране. Что-то типа перезагружайте игру, я думаю. Thank you.
Господа. Не самый быстрый процессор для таких игр. Поэтому, наверное, он при старте игры обычно и подтормаживает, потому что он продолжает что-то еще делать. А потом разыгрывается, и все становится хорошо. Где надпись про Банского Раду? Меня он раньше как-то радовало. С возвращением. Не хочу ничего получать, отстаньте от меня. И приодели. Смешно. Насыщенный. Высоко загружается лобби. Тоже высоко загружается. Все, высоко типа. Ну, короче, как-то так. Опять обновление перезагрузить игру. Господи, как же они меня заколебали-то, а? Все, нахрен. Последняя попытка перезагрузки. Если опять будет полгода, ну извиняйте, показываю как есть. Не виноватая я, как говорится. О, неужели? На этот раз быстро, что ли? Точно. Колготки нахрен тут? Блин. Как костюм менять, я даже без понятия. Ладно, пофиг. Начать. Мне дети обычно помогали. А я даже не думал, зачем мне это нужно, поэтому никогда туда не лазал. Дети один раз взяли для, блин, тестирования. Вернули героя уже разодетого. А вот эти вот все подарочки, это только что нам подарили. Я, дурак, нажал применить. И главного героя разодели. Надеюсь, в игре он так... Блин, он и в игре так выглядит. Это писец какой-то, господа. Да? На тебе, на. На. Чё прикопалось, блин? Колготки не отдам. А бегает так вообще неплохо. Хотя настройки вроде хорошие.
Так, опять звук. Команду собрали, ёпа-мать. Красота. Графика зачетная, то есть процессор тянет, молодец. Так, отключить. Не хочу никого слышать. Так, мы летим над землей. Никаких космических кораблей над башкой. И давайте в Ясную Поляну, что ли. Летим в Ясную Поляну. Пока все движется круто. То есть на средненьких играть можно. Пока, так думаю. Пинг 20 под пальцем слева снизу видно. Кстати, на таком экране не приходится ничего переворачивать, как на смартфоне. Тут все видно зачетно. Летим на максималочках, лишь бы башкой в землю не влететь. Давай, давай, прорисовывается земля, значит мы близко. Лбом куда-то я вошел. Где-то оказался. Угу. Капюшон снял. Каску одел. Рюкзак нашел. Пушку нашел. Сейчас ко мне кто-нибудь прибежит, наверное. По башке надавать. Это я? Класс. То есть я даже не понимаю, что я делаю, потому что просто задеваю случайно кнопочку. Да, экран великоват. 11 дюймов для этой игры, мне кажется, как-то многовато. Мимо меня что-то пролетело. Пули, судя по звукам. Так, ты кто? Ты свой. Испугал, блин. Да бери рожок-то, чё валяется? Давайте так прикрываю. Ну, какой-то глюканат, конечно. У меня вообще, по идее, должен быть прицел. Ой, прицел. Ну, короче, гашетка должна появляться с гильзой. Или с патроном, точнее. Что-то нам ни хрена не появляется. Где стреляют? Где-то тут. Судя по звукам, стреляют рядышком где-то. А, вон он. Ползает. Да что ж ты будешь делать-то, а? Не то, что-то я делаю. Опять стреляют. Где-то сверху. А, вон он.
Я тебя видел, обломись. Нифига он меня повредил. Он сбежал, я его увидел. Ну что, хорошо? Я тоже думаю, хорошо. Валим. Идем в PUBG New State. Где он тут? Посмотрим, как он загрузится. Ну, шустренько. Идем в настроечки. Так, идем все-таки в настроечки. Видно, да, что подтормаживает в интерфейсе? Сейчас поймете, почему. Смотрите, какие я настройки выставил. Графика. Ультра, ультра, высокие и так далее. Не дай бог взорвется. Но я надеюсь, обойдется. В игру мы сейчас пойдем. Что-то там натворим. Ночь найден. Погнали. Во избежание вопросов одновременно делаю три дела. Настраиваю новый смартфон, перенося данные со старого. Ну как перенося? Вспоминая в одном логин и пароли, а вводя в другом. И еще видео ремонтирую предыдущее, которое тоже сегодня снималось. Ой, это я не специально. Ну, как вы видите, перепрыгнул с легкостью, значит, управление хорошо идет. Да, на высоких-то, на ультрах. Ну, как-то шикарно, блин. Ребята что-то натворили несуразное. Да не, вот только сейчас зашел, что он мне может помогать. О, тут гильза рисуется, тут все хорошо. Ну что, ребятки, очень даже хорошо. Только как-то мне не нравится, что темно. Давайте поярче сделаем. Бежим за город. Поплавать. Кофточку постирать. А то уж больно долго он в этой кофте, блин, бегает. Она уже вся явно замызганная. Прыжок. Поплыл. Вниз не надо. Вверх всплывай. И почесал. Валим с острова. А за спиной АК-47, по-моему. Не специалист, но вот на глаз мне так показалось. Так, теперь мы летим как раз к какой-то фигне, висящей над городом. Предысторию игры не знаю, поэтому так. Как вижу, так и обсуждаю. All выключить.
тебе еще туда обязательно нажать. Флостонс Парадайс. Кто помнит? Попробуем в Парадайс прилететь. Ах, ты ж не Парадайс, а Парадисо. Да ладно, пофиг. О! Тут можно вот так ускоренно. Не планировать. А, так давайте так. Там внизу вон какая-то фигня есть. В нее и прилетим. Оказывается, так можно ускоряться, кто бы знал. Если бы я раньше знал, я бы время сэкономил. Но я хочу остаться в этом пятне. Или в этом, не знаю, островке недвижимости, что ли. Так. Ну, тоже играется неплохо, смотрите-ка, на удивление. Рюкзак. Еще что-то. Еще рюкзак. Нахрена мне два рюкзака? Ты не можешь второй рюкзак взять? Видимо, не можешь. Так, что-то еще лежит так, за дверью. Аптечка, что ли? Точняк. Большой медикит. А это что? Слышь? Никого? А то я безоружный. Никого? Будем стекла бить. Так, и тут что-то явно видел. Точно. Только это какая-то ненужная фигня. Патроны есть, и что мне их зубами стрелять? Или это... А, стоп, пушка. Это мы же пистолетом теперь. Теперь мы с УЗИком. А нельзя УЗИК взять. Ты что, забор пропал? Ты еще по мне стреляешь? Жопа мелкая. Ты че, блин, обурел? Ага, у меня теперь вообще нет патронов, да? Все. Бобик сдох, и фокус не удался. Ладно, короче, валю из игры. Вы видели, игралось хорошо. Теперь у нас будет стендов 2, танки и бегалка с эротическими возгласами, как некоторые ее называют. Короче, пока планшет, на удивление, хорошо себя показывает. Неожиданно. Я думал, будет в разы хуже. Видите, да, высокое, 2, отключено 60. Погнали. Какой нахрен тренинг? Понятно. Тренировочная база, гонка вооружений. Да. Да закрыть уже. Поехали уже. Ну, в общем, я думаю, достаточно, наверное. Еще разок умру и хватит. Что-то не умирается. А, это тренировка была.
О, мишенька. Дай десяточку сажу. Ведь есть. А куда он делся? Не понял. Ну, короче, хрень, ребят. Я не понимаю, что это за хрень. Блин, выглядит как деревянная, но не простреливается. Как деревяшка-то может не простреливаться? Или она простреливается, только мы не видим и не понимаем. Не, я эту игру не понимаю, вы все видели, вам все понятно, мне ни черта не понятно. Танки. Потом Genshin Impact и спать. У меня уже почти ночь. Никаких HD текстур. У нас тут не супер процессор. Вы что там? Припухли, блин. Так. Настройки. Графика. Шух. Высоко 2260 для всех. Высокая, средняя. Следы гусениц надо только включить. Текстуры HD не надо. Ну что? Т150. Как всегда. Последнее время. До этого я на каком-то америкосе катался, но теперь на них обиделся. Загружаемся. Ньюбэй. Еще раз напоминаю, скорость перезагрузки я не ускоряю. Ой, перезагрузки. Скорость загрузки в игру. Это я не трогаю. Но мне нравится и графика, и скорость работы. Что, уже вражину увидели? Или стреляете просто по приколу? Стоп. Почему у меня туда? Почему пушка не навелась левее? Автонаведение, что ли? Блин, как его выключить? Ну давай, вылезай. Исик.
Но вы все видели. FPS 24, пинг 19. Я думаю, вы видели, когда я руки убирал от экрана. Ладно, очистить. Погнали в последнюю. О, это будет долго грузиться, предположительно. Ну что, финалочка. Долго играть не буду, только покажу, какие настройки активировал и как бегается. Сразу скажу, настройки близки к низу. То есть чуть ли не самые-самые поганые. Хотя в других играх вроде бы как хорошо все было, но в этой как-то тускловато. Низко, средне, низко, 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 30. Так, 30. Давайте 60 хотя бы сделаем. И размытие. Нет, не буду трогать размытие. Рендеринг давай среднее. Во. Это максимум, как я понимаю, который можно выжать из данного планшета в данной игре. Ну что, надо мной летело? Нет, я случайно. Какая-то птичка. Да, и там их не одна. Чем мы прыгаем? Так, точно. А где враги-то? Так, вспомнил, о чем мне дети говорили. Этот умеет чудеса творить. Видите, да? Прикольно. Сам, наверное, повреждается, но это все мелочи. А также вихрь огненный можно сделать за счет наличия огня рядом. Бежим хорошо. Энергия закончилась. Батарейка села. Ага, вон вражина. Слышь, мелкая хрень. А это что такое за подарок? Кто забыл? А, яблоко. Мега большое яблоко. Ну, короче, я думаю, вы видите, что на низких играть очень даже можно. Но вот на высоких... Ох, нифига. Это у нее такая типа способность, что ли? А цветочки брать мы что, не умеем? Только Вася умеет брать. Или это по нам кто-то стреляет? Походу, по нам кто-то стреляет. Или это эти цветочки? Ёптель медь. Неожиданно. Так, тогда. Бросай эту чушку и вали отсюда. Будем их выжигать нахрен. Или что, или не получилось? Не понял.
Причем здесь то, что происходит, я не знаю. Что происходит, господа? Зачем мне фотоаппарат? И почему этот фотоаппарат что-то даже стреляет? Это я не знаю. Хрень какая-то, Вася, блин. Девки ничего не могут. Все, Васек. А, это были цветки переделанные. Теперь цветки стали обычные. Теперь их можно забрать. Понятно. Но непонятно. Ну, короче, все, я думаю, достаточно побегали. Видите, что графика пострадала, разрешение уменьшили. Но зато играем без всяких извращений, без тормозов. В общем-то, нормально. Это что за хрень? Тоже побить надо? Точно. Лиса бегает. Эта штука меня что еще лепезричеством долбит? Ну-ка, Шарлотта, фас. Недолет или перелет, не знаю, как сказать. Фигня какая-то. Так, понятно, девки. Тоже ничего не может. Ну, короче, ладно. Я в этой игре не шуруплю, вы это, думаю, уже догадались. Я показал, как она играется. Дальше, если кто захочет, купит и будет сам играть. Все. Валим отсюда. Это был Аскал Таб 18 на канале от Латухи. Это был Игротест. Всем спасибо, всем пока. Успел до 12.